Всем привет. Что касается обработки досок, в общем, у меня схема вот примерно такая. Значит, доски я их мочу после последней шлифовки, вернее предпоследняя, слегка губкой автомобильной, вот такая она, как искусственная кожа. Потом сутки они сохнут, шлифую уже финишный, потом пропитываю первый слой вазелиновое масло. В аптеке продается. Вот. Первый слой. Второй слой, значит, делаю на теплой бане. Вот топлю масло и с воском 1 к 4. Но смотря какая поверхность по впитываемости, можно, значит, два слоя вот этого масла, потом, значит, последний. Если сильно впитывающий, то я делаю как бы вот в основном один слой этого. И один слой вот этого, ну как он слой, он получается намазываешь его, вот, и в духовке прогреваешь, потом достаешь и смотришь, где впитывается, там просто добавляешь, пока впитывать не перестанет. Вот, духовку прогреваешь, выключаешь температуру, чтобы не сильная была, чтобы просто подтаивал воск. Вот, вот сейчас я прогреваю большую доску перед нанесением, чтобы размазывался лучше. Прогреваю ее вот на стекле. Стекло теплое в духовке. Вот. Ну, не знаю сколько, по ощущениям, градусов, наверное, 45. Разогрелась доска. Вот. Намазываю сейчас вот этой составом и буду подогревать. Впитается, достану. И посмотрю, какие места, может быть, отдельными местами промажу, пролью. В общем, ну вот как-то так.